У нас третья игра, третий овертайм. Вот, очень тяжелый выезд. Медвещак отдыхал 3 дня, ему было полегче. Вот, я очень благодарен своим ребятам, своим мужикам по-русски, потому что сегодня произошел инцидент, да, такой, когда все зрители кричали. Вот. Но в отличие от наших хоккеистов, а мы играем в хоккей, а не в футбол, когда некоторые футболисты падают, изображая, как им больно. Наши ребята доезжали до лавочки, один даже в обморок практически упал после того, как доехал. Поэтому я им благодарен за сегодняшнее мужество, которое они проявили, и с победой. Знаете, что играли против очень хорошей команды, очень боролись, держались в плане игры, но не обращали достаточно внимания на, не сосредоточились достаточно на подробности, и в этом самая главная разница между нами 3 очка, и должны продолжить работать на своей игре и посмотрим, что будет дальше. Спасибо.